Шримат Бхагаватам. Песня 2, глава 3. Чистое преданное служение. Перемена в сердце. Текст 1. Шри Шукадева Гасвами сказал. О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе. Комментарий. Человечество состоит из миллиардов мужчин и женщин, но большинство из них не слишком разумны, так как практически ничего не знают о духовной душе. Почти все они имеют неверное представление о жизни, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, которым на самом деле не являются. Какое бы положение, высокое или низкое, не занимал человек в обществе, если его не интересует природа собственного «я», отличного от тела и ума, вся его деятельность в человеческой форме жизни будет напрасной тратой времени. Из десятков тысяч людей едва ли один стремится постичь природу души, и в поисках ответа на свои вопросы обращается к богооткровенным писаниям, в частности, к Веданта Сутре, Пхагавадгите и Шримад Бхагаватам. Но даже читая и слушая эти писания, он не сможет постичь истинную природу своего «я» и так далее, пока не будет следовать указаниям осознавшего себя духовного учителя. А из тысяч и сотен тысяч таких людей лишь один может действительно познать Господа Кришну. В читании Чаритамрити Матхе 20.122-123 говорится, что приняв облик в Ясадевы, Господь Кришна по своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначив их для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной. О своих взаимоотношениях с Господом могут забыть даже те, кто обладает разумом. Для возрождения этих взаимоотношений и предназначена практика бхакти-йоги. Возродить их можно только в человеческой форме жизни, к которой живое существо приходит в результате эволюции через 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Разумные представители человеческого общества должны серьезно отнестись к предоставленной им возможности. Однако не все люди разумны, поэтому далеко не все сознают важность человеческой жизни. Вот почему в данном стихе употреблено слово «манишинам», что значит «разумный, мудрый». Итак, разумный человек, манишинам, подобный Махараджи Парикшиту, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя и повествование об играх Господа, воспевать их и так далее. Все это Харикатхамрита, метод, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти. Песнь 2, глава 3, тексты 2-7. Тот, кто хочет погрузиться в безличное сияние Брахмаджьоти, должен поклоняться Владыке Вет Господу Брахме или ученому жрецу Брихаспате. Тому, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться небесному царю Индре. Желающий иметь хорошее потомство должен поклоняться великим прародителям Праджапати. Тот, кто хочет, чтобы ему во всем улыбалась удача, должен поклоняться Дургадеве, управляющей материальным миром. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню, а тому, кто хочет только денег, васу. Тот, кто желает стать великим героем, должен поклоняться воплощению Господа Шивы, Рудри. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адите, а тому, кто мечтает достичь райских планет, ее сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающий прославиться среди людей – полубогу Садхи. Тому, кто хочет жить долго, следует поклоняться полубогам Ашвини Кумарам, а тому, кто хочет иметь крепкое тело – Земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе, должен поклоняться одновременно Земле и горизонту. Тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты Гандхаров, а тому, кто мечтает о хорошей жене – Абсарам и Урваши, куртизанкам райского царства. Тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Брахме, владыке Вселенной. Мечтающему о громкой славе необходимо поклоняться личности Бога, а тому, кто стремится разбогатеть, полубогу Варуни. Тот, кто хочет стать ученым человеком, должен поклоняться Господу Шиве, а тот, кто желает, чтобы в его семье царил мир и согласие, его целомудренной жене, богине Уме. Комментарий. Существуют различные формы поклонения, которые предназначены для разных людей, желающих добиться успеха в той или иной сфере жизни. В материальном мире обусловленная душа лишена возможности наслаждаться всеми материальными благами, но поклоняясь определенному полубогу, она может преуспеть в той сфере деятельности, за которую он отвечает. О чем говорится в этих стихах? Равана обрел могущество, поклоняясь Господу Шиве и поднося ему отрубленные головы. По милости Господа Шивы он достиг такого могущества, что перед ним трепетали все полубоги. Так продолжалось до тех пор, пока он не бросил вызов личности Бога Шри Рамачандри, чем и погубил себя. Иначе говоря, те, кто ради собственного наслаждения хочет получить некоторые или все материальные блага, то есть закоренелые материалисты, как правило, являются людьми недалекими, что подтверждается и в Бхагавадгите 7.20. В ней говорится, что те, кто начисто лишен здравого смысла, то есть те, чей разум украден иллюзорной энергией Майи, ищут всевозможных материальных наслаждений, и ради этого либо поклоняются различным полубогам, либо, развивая науку, совершенствуют материальную цивилизацию. Истинной проблемой материального существования является проблема рождения, смерти, старости и болезней. В этой жизни никто не хочет отказываться от привилегий своего нынешнего положения, никто не хочет стареть и умирать, и никто не хочет болеть или быть инвалидом. Однако ни полубоги, ни так называемый прогресс материальной науки не в состоянии решить эти проблемы. Бхагавадгита и Шриманд Бхагаватам в один голос утверждают, что такие недалекие люди начисто лишены здравого смысла. Шукадевага с вами говорит, что из 8 миллионов 400 тысяч видов живых существ человеческая форма жизни самая ценная и редкая. Еще более редки среди людей те, кто серьезно относится к проблемам материального существования, и только единицы осознают важность Шримад Бхагаватам, в котором содержится наставление Господа и его чистых преданных. Смерти не избежать никому, ни разумному человеку, ни глупцу. Но Госвами обращается к Махараджи Парикшито, называя его Маниши, то есть «человеком великого ума», поскольку в преддверии смерти он отказался от всех материальных наслаждений и предался лотосным стопам Господа, слушая его послания из уст такой достойной личности, как Шукадева Госвами. Вместе с тем он осуждает людей, стремящихся к материальным наслаждениям. Такое стремление сродни пристрастию к алкоголю и наркотикам, распространенному в современном деградировавшем обществе. Разумным людям следует сторониться таких желаний и вместо этого стремиться к вечной жизни, которую можно обрести, вернувшись домой к Богу. Песнь 2, глава 3, текст восьмой. Тот, кто стремится прогрессировать духовно, должен поклоняться Господу Вишну или его преданному. А тот, кто хочет оградить от бед свое потомство и продолжить род различным полубогам. Комментарий. Путь религии ⁇ это путь духовного совершенствования, который в конечном счете приводит человека к восстановлению его вечных отношений с Господом Вишну в форме его безличного сияния, локализованные параматмы и, наконец, в его личностном аспекте. Тот же, кто хочет положить начало здоровому роду и обрести счастье в кругу близких родственников, должен обратиться за покровительством к питам и полублагам с других добрых планет. Почитатели полубогов могут в конечном счете попасть на планеты соответствующих полубогов в этой вселенной, но высшего совершенства достигают те, кто поднимается на духовные планеты, расположенные в сиянии Брахмаджиоти. Песнь 2, глава 3, текст 9. Тому, кто хочет править царством или империей, следует поклоняться Ману, Стремящимся к победе над своими врагами нужно почитать демонов, а ищущим чувственных наслаждений – луну. Но тот, у кого не осталось никаких материальных желаний, должен поклоняться верховной личности Бога. Комментарий. Для освобожденной души все перечисленные выше наслаждения лишены всякого смысла. Разнообразные материальные наслаждения приезжают только тех, кто обусловлен материальными гонами внешней энергии. Иначе говоря, у трансценденталиста нет никаких материальных желаний, тогда как материалиста обуревают всевозможные желания, которые он стремится удовлетворить. Господь утверждает, что материалисты, ищущие материальных наслаждений и добивающиеся ради этого благосклонности разных полубогов, как описано выше, не владеют своими чувствами, и потому их привлекают совершенно бессмысленные вещи. Следовательно, нужно отбросить все желания материальных наслаждений и, прислушавшись к голосу разума, поклоняться Верховной Личности Бога. Лидеры неразумных людей еще глупее последних, поскольку открыто проповедуют совершенный вздор, говоря, что какой бы форме полубога не поклонялся человек, результат будет одним и тем же. Такая проповедь не только идет в разрез с наставлениями Пхагавадгиты и Шриман Бхагаватам, она просто нелепа. Утверждать это так же глупо, как заявлять, что любой купленный вами билет даст вам возможность добраться до одного и того же места назначения. Нельзя добраться из Дели до Бомбия, купив билет до обороды. В этом стихе ясно сказано, что все подобные виды поклонения предназначены для людей, которых обуревают материальные желания. Но тому, кто освободился от желания материальных наслаждений, следует поклоняться Верховному Господу Шри Кришне, Личности Бога. Такой процесс поклонения называется преданным служением. Чистое преданное служение это служение Господу, свободное от малейшей примеси желаний, в том числе и желание заниматься кармической деятельностью или эмпирической философией. Верховному Господу можно поклоняться и для удовлетворения материальных желаний, но из следующего стиха станет ясно, что результат такого поклонения будет иным. Обычно Господь не исполняет материальных желаний, связанных с удовлетворением чувств но тем, кто поклоняется Ему, Он дарует такую милость, поскольку в конце концов они полностью избавляются от желаний материальных наслаждений. Из сказанного следует, что стремление к материальным наслаждениям необходимо свести к минимуму, а для этого нужно поклоняться Верховной Личности Бога, Господу, которого в данном стихе называют Парам, то есть находящимся вне материального мира. Шрипада Шанкарачарья также говорил – на райнах паров яктат Верховный Господь пребывает за пределами материального творения. Песнь 2, глава 3, текст 10 Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало, поклоняться высшему целому, личности Бога. Комментарий. В Бхагавадгите верховную личность Бога, Господа Шри-Кришну, называют Порушоттомой верховной личностью. Только Он дарует освобождение имперсоналистам, погружая их в брахмаджите сияние тела Господа. Брахмаджите также неотделимо от Господа, как сияющие лучи Солнца от солнечного диска. Поэтому тот, кто стремится к слиянию с высшим безличным брахмаджите, тоже должен поклоняться Господу, практикуя бхакти-йогу, как рекомендует данный стих Шримад Бхагаватам, который особенно подчеркивает, что с помощью бхакти-йоги можно достичь любой цели. В предыдущих главах говорилось, что бхакти-йога – конечная цель как карма-йоги, так и гьяна-йоги. А в этой главе не менее категорично утверждается, что бхакти-йога является высшей целью всех обрядов поклонения различным полубогам. Таким образом, Пхакти-йога является универсальным методом самосознания. В этом качестве ее рекомендует данный стих. Поэтому каждый, даже тот, кто жаждет материальных наслаждений или стремится к освобождению из материального рабства, должен со всей серьезностью отнестись к практике Пхакти-йоги. Акамах называют того, у кого не осталось материальных желаний. Назначение живого существа являющегося составной частью верховного целого, порушам-порнам, служить верховному существу, так же как назначение членов тела, его составных частей, служить всему телу. Следовательно, не иметь желаний не значит быть неподвижным, как камень. Не иметь желаний значит сознавать свое истинное положение и искать удовлетворение только в верховном Господе. В своей книге «Сандарбха» Шрила Гасвами описывает это состояние следующим образом. Бхаджания парам поруша сукха матрасуа Сукхатва То есть единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Верховному Господу. Даже обусловленные существа в материальном мире иногда интуитивно чувствуют это, и такое прозрение, преломляясь в их неразвитых умах, принимает формы концепций альтруизма, филантропии, социализма, коммунизма и так далее. Стремление делать добро другим обществу, семье, государству или всему человечеству, которое можно наблюдать в материальном мире, ничто иное, как частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое живое существо испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. Именно такие возвышенные чувства переполняли девушек в Раджабхуме, стремившихся доставить удовольствие Господу. Гопи любили Господа, ничего не ожидая взамен, и их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа Акама. Кама, то есть стремление к собственному удовлетворению, во всей полноте представлено в материальном мире, тогда как Акама полностью представлена в духовном мире. Стремление слиться с Господом, то есть погрузиться в брахмаджиоте, тоже может быть проявлением камы, если за ним стоит эгоистическое желание избавиться от материальных страданий. Чистый преданный не стремится к освобождению ради того, чтобы покончить со страданиями материальной жизни. И без этого так называемого освобождения у чистого преданного достаточно причин для того, чтобы стараться удовлетворять Господа. Под влиянием духа Камы Арджуна пытался уклониться от участия в битве на Крукшетре, стремясь ради собственного удовлетворения спасти своих родственников. Но он был чистым преданным, и потому, выслушав наставление Господа, согласился сражаться, так как опомнился и понял, что должен заботиться в первую очередь о удовлетворении Господа, пренебрегая своим собственным. Так он стал Акамой. – это высшая ступень совершенства, которой может достичь совершенное живое существо. Удара тхих означает «человек широких взглядов, дальновидный». Те, кто жаждет материальных удовольствий, поклоняются второстепенным полубогам. В Бхагавадгите 7.20 таких людей осуждают, и их разум назван там хритагьяной, разумом умалишенного. Полубоги ничего не могут дать без дозволения Верховного Господа. Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете все, даже материальные блага, дает Господь. Сознавая это, такой человек, даже если он стремится к материальным наслаждениям или освобождению, должен поклоняться непосредственно Господу. В интересах каждого, будь он Акама, Сакама или Мокшакама, со всем усердием поклоняться Верховному Господу. Таким образом, одного метода бхакти йоги без смеси кармы или гьяны достаточно для достижения любых целей. Как чистый солнечный луч обладает огромной силой и потому называется тиврой, так и практика чистой пхакти-йоги, которая заключается в слушании, повторении и так далее, благотворна для каждого, независимо от цели его побуждений. Песнь 2, глава 3, текст одиннадцатый. Те, кто поклоняется различным полубогам, могут получить высшее и совершенное благо, развить в себе устойчивую спонтанную привязанность к Верховной Личности Бога, только общаясь с чистым преданным Господа. Комментарий Начиная с Брахмы, первого из полубогов, и кончая ничтожным муравьем, все живые существа, какое бы положение в материальном мире они ни занимали, находятся под властью законов материальной природы, то есть внешней энергии Верховного Господа. В чистом состоянии живое существо осознает, что является неотъемлемой частицей Господа, но когда из-за желания господствовать над материальной энергией, оно попадает в материальный мир, Живое существо оказывается под влиянием трех гон материальной природы и, стремясь обрести высшее благо, вступает в борьбу за существование. Борьба за существование, очарованного материальными наслаждениями живого существа, напоминает погоню за блуждающим огоньком. К каким бы средствам ни прибегали люди, одержимые желанием материальных наслаждений, Будь то описанное в предыдущих стихах поклонение полубогам или совершенствование научного знания, исключающее помощь Бога и полубогов, все эти средства не более чем иллюзии. Потому что до тех пор, пока живое существо находится в сфере материального творения, никакие средства не помогут ему разрешить проблемы жизни, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями. История Вселенной знает немало примеров подобных реформаторов и прожекторов. Многие цари и императоры приходили и уходили, оставляя после себя лишь воспоминания о своих планах. Несмотря на все их усилия, главные проблемы жизни так и остались нерешенными. На самом деле цель человеческой жизни ⁇ разрешить эти проблемы. Их невозможно решить, удовлетворяя полубогов, совершая различные религиозные ритуалы, или уповая на так называемый научный прогресс, который отрицает вмешательство Бога или полубогов. В отличие от закоренелых материалистов, которым нет дела до Бога и полубогов, веды рекомендуют для получения тех или иных благ поклоняться различным полубогам. Следовательно, полубоги – реальность, а не вымысел. Полубоги также реальны, как и мы с вами – но они гораздо могущественнее нас, поскольку непосредственно служат Господу, отвечая за разные сферы деятельности в управлении Вселенной. Это подтверждает и Бхагавадгита, где описаны планеты различных полубогов, в том числе и Верховного полубога Господа Брахма. Но закоренелые материалисты не верят ни в существование Бога, ни в реальность полубогов. Не верят они и в то, что полубоги управляют различными планетами. Они поднимают большой шум вокруг путешествия на ближайшее к Земле небесное тело – Чандралоку Луну. Но даже после многолетних исследований по-прежнему практически ничего не знают о ней. И несмотря на громкую рекламу, связанную с продажей Земли на Луне, эти самодовольные ученые, закоренелые материалисты, не могут жить там, не говоря уже о том, чтобы достичь других планет, которые они даже не в состоянии сосчитать. Последователи Вет придерживаются иного метода познания. Как уже говорилось в первой песне, авторитет ведических писаний для них непререкаем, поэтому они обладают полным и логически обоснованным знанием о Боге, полубогах и об их многочисленных планетах, расположенных в материальной вселенной и за ее пределами. Наиболее авторитетным ведическим писанием, которое признавали такие великие очарьи Индии, как Шанкара, Рамануджа, Матхва, Вишнусвами, Нимбарха и Читания, и изучали все великие личности, является Пхагавадгита, где в числе прочего упомянуто поклонение полубогам и говорится об их планетах. В Бхагавадгите 9.25 сказано Янтидева врата Петрин Янти Петри вратах, Бхутани Янти Пхутаджи, Янти Матьяджи Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Из Бхагавадгиты мы также узнаем, что все планеты материального мира, в том числе Брахмалока, не вечны и в назначенный срок уничтожаются. Вместе с ними погибают и полубоги, и те, кто им поклоняется. Но тот, кто достигает царства Бога, обретает вечную жизнь. На этом сходятся все ведические писания. Те, кто поклоняется полублагам, находятся в лучшем положении по сравнению с неверующими, поскольку, по крайней мере, признают авторитет ведических писаний, из которых можно узнать о том, какое благо приносит поклонение Верховному Господу в обществе его преданных. Но закоренелые материалисты, не верящие ведом, навсегда остаются во тьме поскольку придерживаются ложных убеждений, основанных на несовершенных экспериментальных знаниях или так называемой материальной науке, которой закрыт доступ в царство трансцендентного знания. Поэтому до тех пор, пока закоренелые материалисты и почитатели смертных полубогов не начнут общаться с трансценденталистами, чистыми преданными Господа, все их труды будут напрасными. Только по милости божественных личностей, чистых преданных Господа, можно достичь высшего совершенства человеческой жизни, чистой преданности. Лишь чистый преданный Господа способен указать человеку истинный путь духовного развития. Во всем остальном, жизнь материалиста, не ведающего о Боге и полубогах, и жизнь почитателя полубогов, ищущего эфемерных материальных наслаждений, мало чем отличаются друг от друга. И то, и другое ⁇ всего лишь различные формы иллюзии. Все это подробно объяснено в Бхагавадгите. Но чтобы понять смысл Бхагавадгиты, нужно слушать объяснения чистых преданных Господа, а не политических деятелей и спекулятивных мыслителей. Песня 2, глава 3, текст 12. Трансцендентное знание о Верховном Господе Хари успокаивает волны и водовороты в море материальных гун. Свободное от материальных привязанностей, это знание приносит удовлетворение душе и, будучи трансцендентным, встречает одобрение авторитетов. Так найдется ли человек, который останется равнодушным к нему? Комментарий. В Бхагавадгите 10.9 говорится, что чистые преданные обладают замечательными качествами. Вся их деятельность всегда направлена на служение Господу, поэтому чистые преданные обмениваются друг с другом экстатическими чувствами и испытывают трансцендентное блаженство. Преданный может испытать такое трансцендентное блаженство даже на стадии регулируемого преданного служения, садхана авастха, если им руководит истинный духовный учитель а на стадии духовной зрелости вершиной развития трансцендентных эмоций является осознание живым существом своих изначальных отношений с Господом, вплоть до супружеской любви, которая считается высшей формой трансцендентного блаженства. Таким образом, Пхакти-йога – единственный метод, позволяющий осознать Бога, и потому ее называют кайвайей. В этой связи Шрила Джива Госвами, приводя стих из Вет, Эко Нарайну Адевах, Параваранам Парама Асте, Кайвалия Самчнитах, подтверждает, что Нарайну, личность Бога, называют Кайвалией, а метод, с помощью которого можно приблизиться к Господу, Кайвалия Панхой, то есть единственным путем, ведущим к Богу. Кайвалия Панха начинается со Шраваны, слушания повествований о личности Бога. Естественным результатом Хари-Катхи является обретение трансцендентного знания, которое освобождает преданного от привязанности к мирским темам, утрачивающим для него всякую привлекательность. Никакая материальная деятельность, общественная или политическая, больше не привлекает преданного, а достигая зрелости в преданном служении, он теряет интерес даже к собственному телу, не говоря уже о тех, кто связан с этим телом родственными узами. Такого человека не могут вывести из равновесия волны материальных гун. Есть разные гуны материальной природы, но материальная деятельность, которой с таким увлечением занимаются обыкновенные люди, перестает привлекать преданного. В данном стихе это состояние называют «протениврита гунорми», и оно является следствием полного удовлетворения, атома просада которое приходит изнутри и никак не связано с материальным. Преданный Господа первого класса достигает этого состояния в процессе преданного служения. Но, несмотря на свое трансцендентное положение, иногда он ради удовлетворения Господа добровольно принимает на себя роль проповедника славы Господа. И все, вплоть до материальных интересов, связывает с преданным служением, чтобы дать неофитам возможность преобразовать свои мирские интересы в трансцендентное блаженство. Шри Ларупа Госвами характеризует такое поведение чистого преданного следующим образом. Нирбандхах Кришна самбанхи Юктам вайрагьям учаты. Даже материальную деятельность можно считать трансцендентной и заслуживающей одобрения кайвалья, если она связана со служением Господу. Песнь 2, глава 3, текст 13. Шаунака сказал. Сын Вьесадевы, Шрила Шукадева Гасвами, обладал обширными познаниями и поэтическим даром. О чем еще спросил его Махараджа Парикшит, выслушав все сказанное им. Комментарий. У чистого преданного Господа естественным образом развиваются все божественные качества. Основные из них – доброта, умиротворенность, правдивость, уравновешенность, безупречность, великодушие, мягкость, чистота. Чистый преданный не имеет собственности, всем несет добро, он удовлетворен, предан Кришне, свободен от желаний, прост, собран, умеет владеть собой, умерен в еде, рассудителен, вежлив, смирен, серьезен, сострадателен, дружелюбен, обладает поэтическим даром, искусен в любом деле и молчалив. Эти 26 основных качеств преданного, описанные Кришнадасом Кавираджи Гасвами в читании Чаритаврити, а данный стих останавливается на одном из них, поэтическом даре, которым особенно отличался Шукадева Гасвами. Бхагаватом в его изложении является неоценимым вкладом в поэзию. Он был мудрецом, достигшим самоосознания, иначе говоря, поэтом среди мудрецов. Песнь 2, глава 3, текст 14 О мудрый с Госвами! Пожалуйста, продолжай свой рассказ. Мы горим желанием слушать тебя. Кроме того, все, что приводит к беседам о Господе Хари, должно обязательно обсуждаться в обществе преданных. Комментарий Как говорилось в приведенной ранее цитате из Бхактира Самрита Синдху» рупа даже материальные предметы считаются трансцендентными, если их используют для служения Господу Шри Кришне. Например, эпические произведения, исторические хроники «Махабхарату» и «Рамайну», которые специально предназначены для не очень разумных людей, женщин, шудр и недостойных отпрысков высших каст, также относят к ведическим писаниям, поскольку они повествуют о деяниях Господа. Махабхарату считают пятой ведой, следующей за первыми четырьмя – Самой, Яджур, Рик и Адхарвы. Недалекие люди не причисляют Махабхарату к ведам, однако великие мудрецы и авторитеты считают ее пятой ведой входит в состав Махабхараты и содержит наставления Господа, адресованные людям с невысоким интеллектом. Некоторые из них заявляют, что Бхагавадгита – произведение не для мохозяев, забывая о том, что она была поведана Арджуне, грехастке, семейному человеку, и поведал ее Господь, сам выступавший в роли грехастхи. Таким образом, хотя в Бхагавадгите изложена возвышенная философия ведической мудрости, она в первую очередь адресована тем, кто только начинает изучать трансцендентную науку, тогда как Шримад Бхагаватам предназначена для желающих достичь высот этой науки. Следовательно, писания, подобные Махабхарате, Пуранам и тому подобным, в которых описаны игры Господа, трансцендентны, и их следует доверительно обсуждать в обществе великих преданных. Однако беда в том, что в изложении профессиональных рассказчиков эти писания кажутся обычными историческими хрониками или эпосом, поскольку основное внимание в них уделяется описанию исторических событий и личностей. Вот почему в данном стихе говорится, что такие писания нужно обсуждать в обществе преданных. Возвышенным людям эти произведения приносят наслаждение только тогда, когда их обсуждают преданные. Отсюда следует, что Господь в конечном счете не безличен. Он верховная личность и занят разнообразной деятельностью. Он предводитель всех живых существ, которые не сходят в материальный мир по своей воле, с помощью своей энергии, чтобы призвать к себе падшие души. И чтобы выполнить эту миссию, Господь принимает на себя роль общественного, политического и религиозного лидера. Поскольку его действия во всех перечисленных ролях в конце концов становятся темой повествований о Господе, такого рода вводные повествования тоже трансцендентны. Таков метод, с помощью которого можно одухотворить жизнь человеческого общества. Люди любят изучать историю и читать мирскую литературу, рассказы, романы, пьесы, газеты и журналы. Поэтому пусть такие произведения будут связаны с трансцендентным служением Господу, и тогда они превратятся в повествования, которыми наслаждаются преданные. Распространенное мнение о том, что Господь безличен и бездеятелен, что Он бессловесный камень, не имеющий ни имени, ни образа, привело к тому, что люди превратились в безбожников, стали демонами-атеистами, и чем дальше отходят они от трансцендентной деятельности Господа, тем сильнее привязываются к материальной деятельности, которая не только не ведет их домой обратно к Богу, но расчищает путь в ад. Примечание. Еще 50 лет назад в индуистском обществе не читали книг, которые не повествуют о деяниях Господа, не ставили пьес и не устраивали праздников, не имеющих отношения к Господу, не проводили церемоний, не связанных с Господом, и не посещали мест, не освященных играми Господа и не считающихся святыми. Поэтому даже простые деревенские жители уже с раннего детства говорили о Рамайне и Махабхарате, Гите и Пхагаватам. Однако под влиянием векакали люди опустились до уровня собак и свиней и с трудом зарабатывают себе на кусок хлеба, совершенно забыв о трансцендентном знании. Конец примечания. Шримад Бхагаватам начинается с рассказа о пандавах, с описания их политической и общественной деятельности – и тем не менее, его считают Парамахамса Самхитой, ведическим писанием, предназначенным для самых возвышенных трансценденталистов, произведением, в котором изложено Парам Гьянам, высшее трансцендентное знание. Все чистые преданные Господа – Парамахамсы. Они подобны лебедям, умеющим выделять молоко из смеси молока с водой. Песнь 2, глава 3, текст 15. Внук пандавов Махараджи Парикшит с самого детства был великим преданным Господа. Даже играя в куклы, он старался служить Господу Кришне, подражая взрослым, которые поклонялись семейному божеству. Комментарий. В Бхагавадгите 6.41 сказано, что если человек не достиг успеха в занятиях йогой, он получает возможность родиться в семье благочестивых брахманов или состоятельных людей, царей кшатриев, либо преуспевающих торговцев. Но Махараджи Парикшиту было дано неизмеримо больше. Поскольку в прошлой жизни Парикшит был великим преданным Господа, он родился в императорской династии Куру в семье пандовов. Таким образом, уже в раннем детстве он имел возможность близко познакомиться с преданным служением Господу Кришне, которым занимались члены его семьи. Пандавы были преданными Господа и почитали семейных божеств в роскошном, специально предназначенном для этого дворце. Рождающиеся в таких семьях дети, как правило, даже в своих играх подражают поклонению божествам. По милости Господа Кришны, нам тоже посчастливилось родиться в семье вайшнавов. И в детстве мы подражали поклонению Господу Кришне, копируя действия своего отца. Отец всячески поощрял наше желание устраивать такие праздники, как Радхаятра и Долаятра, и не скупясь раздавать просад нам и нашим друзьям. Нашего духовного учителя, тоже родившегося в вайшнавской семье, Воодушевлял его великий отец Вайшнав Тхакурбхахтевинода. Так заведено во всех вайшнавских семьях. Знаменитая Мирабай тоже была стойкой преданной Господа Кришны, поднявшего холм Гавардхана. В биографиях преданных очень много общего, поскольку все великие преданные Господа проводили свое детство одинаково. По мнению Джива Гасвами, Махараджа Парикшит, вероятнее всего, слушал рассказы о детских играх Господа Кришны во Вриндаване, поскольку подражал им, играя со своими юными друзьями. Однако, по утверждению Шридхары Свами, Махараджа Парикшит подражал старшим членам семьи, которые поклонялись семейному божеству. Шрила Вишванатха Чакраварти поддерживает точку зрения Джива Гасвами. Но, как бы то ни было, ясно одно с самого раннего детства Махараджи Парикшит испытывал спонтанное влечение к Господу Кришне. Неважно, почему он подражал играм Господа или преклонению Ему. И то, и другое свидетельствовало о его великой преданности Господу, выдавая в нем Махабхагавату. Подобных Махабхагават называют нития-ситхами, то есть душами, освобожденными с самого рождения. Однако есть люди, которые, даже не будучи освобожденными душами от рождения, развивают в себе стремление к преданному служению благодаря общению с преданными. Их называют садхана-сидхами. В конечном счете между ними нет разницы. Подводя итог, можно сказать, что просто общаясь с чистыми преданными, любой человек может стать садхана ситхой преданным Господа. Пример тому наш великий духовный учитель Шринарадамуни. В прошлой жизни он был сыном простой служанки, но благодаря общению с великими преданными Господа стал великим преданным, которому нет равных в истории преданного служения. Песнь 2, глава 3, текст 16. Шукадева Гасвами, сын Вьесадевы, также обладал всем трансцендентным знанием и был великим преданным Господа Кришны, сына Васудевы. Поэтому он и Махараджа Парикшит должны были обсуждать темы, связанные с Господом Кришной, которого прославляют великие философы и воспевают, собираясь вместе, великие преданные. Комментарий В данном стихе особое значение имеет слово «сатам», Сатам ⁇ это чистый преданный, у которого нет иных желаний, кроме желания служить Господу. Только в обществе таких преданных можно по-настоящему говорить о трансцендентной славе Господа Кришны. Господь утверждает, что повествования о нем исполнены глубочайшего духовного смысла, и тот, кто хоть однажды в смиренном состоянии духа услышит их в обществе Сатам, получит огромный заряд энергии и с легкостью достигнет уровня преданного служения. Как уже говорилось, Махараджа Парикшит был великим преданным Господа с самого рождения. То же самое можно сказать и о Шукадевагасваме. Они находились на одном уровне, хотя Махараджа Парикшит казалось был великим царем, привыкшим жить в роскоши, а Шукада-ва-госвами типичным подвижником, который был таким отрешенным, что даже не прикрывал свое тело одеждой. На первый взгляд они были полной противоположностью друг другу но в сущности оба являлись чистыми и беспримесными преданными Господа. Когда такие преданные собираются вместе, они говорят исключительно о величии Господа или об хакти йоге Так и в Бхагавадгите беседа Господа с его преданным Арджуной могла касаться только бхакти йоги несмотря на то, что мирские ученые придерживаются на сей счет другого мнения и трактуют это каждый по-своему. Как утверждает Шриладжи Вагасвами, слово «ча», стоящее после «ваясаких», указывает на то, что Шукадева Вагасвами и Махараджа Парикшит уже давно находились на одном и том же уровне, хотя один из них играл роль учителя, а другой – ученика. Поскольку центром их беседы был Господь Кришна, то говоря «Васудева Парайнах», то есть «преданный Васудевы», подразумевает преданного Господа Кришны. Хотя в том месте, где постился Махараджа Парикшит, собралось много людей, ясно, что они не могли говорить ни о чем другом, кроме величия Господа Кришны, поскольку главным рассказчиком был Шукадева Госвами, а главным слушателем – Махараджа Парикшит. Таким образом, Шримад Бхагаватам в том виде, в каком он был поведан и услышан двумя выдающимися преданными Господа, преследует единственную цель – прославить Верховного Господа, Личность Бога Шри Кришны. Песнь 2, глава 3, текст 17. С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеблагой личности Бога. Комментарий. Этот стих косвенно подтверждает то, как важно использовать человеческую жизнь для восстановления своих утраченных отношений с Верховным Господом, все интенсивнее занимаясь преданным служением. Время не ждет. Отмеряемое восходом и заходом Солнца, оно будет потрачено впустую, если не использовать его по назначению для познания духовных ценностей. Даже миг, потраченный впустую, невозможно вернуть ни за какие деньги. Человеческая жизнь дается живому существу, дживе, только для того, чтобы оно могло осознать свою духовную природу и отыскать вечный источник счастья. Живое существо, в особенности человек, всегда ищет счастье, поскольку счастье – это естественное состояние живого существа, но оно напрасно ищет его в материальном мире. По своей природе живое существо является духовной искрой, частью полного целого, и потому может обрести абсолютное счастье, только занимаясь духовной деятельностью. Господь – полное духовное целое, и Его имя, форма, качество, игры, окружение и характер не отличны от Него самого. Как только человек надлежащим образом посредством преданного служения вступает в контакт с любой из выше названных энергий Господа, перед ним тотчас открывается путь к совершенству. В Бхагавадгите 2.40 Господь говорит об этом следующее. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. как сильнодействующее лекарство, введенное внутривенно, воздействует сразу на все тело, так и трансцендентные повествования о Господе, вошедшие в ухо чистого преданного Господа, обладают огромной силой воздействия. Слушание трансцендентных посланий предполагает их глубокое осознание, так же как плодоношение одной части дерева предполагает, что и все остальные его части тоже плодоносят. Даже один миг, проведенный в обществе чистого преданного, подобного Шукадеви Госвами, может дать человеку глубокое понимание трансцендентной науки и подготовить его к совершенной жизни в вечности. Таким образом, Солнце не в силах сократить жизнь чистого преданного, поскольку он всегда занят преданным служением Господу, очищая тем самым свое существование. Смерть является симптомом материальной болезни вечного живого существа. Только из-за этой болезни живое существо попадает под власть закона рождения, смерти, старости и болезни. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур цитирует Смрити Шастры, которые рекомендуют заниматься материально благочестивой деятельностью, в частности раздавать милостыню. Деньги, пожертвованные достойному человеку, гарантируют нам безбедное существование в следующей жизни. Пожертвование надлежит давать брахманам. Если пожертвовать деньги не брахману, то есть человеку не обладающему качествами брахмана, то в следующей жизни они возвратятся в том же количестве. если дать их полуобразованному брахману, они возвратятся в двойном размере. если дать деньги ученому и обладающему всеми достоинствами брахману, они возвратятся в стократном и тысячкратном размере. а если пожертвовать их веда о параге, тому кто опознал путь вет они возвратятся, бесконечно умножившись. Как утверждает Бхагавадгита, веда ища Сарваир Ахам Эвавидьях, вершиной ведического знания является постижение личности Бога, Господа Кришны. Деньги, отданные кому-то, обязательно вернутся к нам в той или иной пропорции. Аналогично этому, одно мгновение в обществе чистого преданного, посвященное слушанию и повторению трансцендентных посланий Господа, гарантирует вечную жизнь и возвращение домой обратно к Богу. Матхамагатва понарджанмана видеты. Преданному Господа уготована вечная жизнь. Старость и болезни, настигающие преданного в этой жизни, только побуждают его еще сильнее стремиться к уготованной ему вечной жизни. Песнь вторая, глава третья, текст восемнадцатый. Разве деревья не живут? Разве кузнечные меха не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя? Комментарий. Современные материалисты не переменут возразить, что человек рождается вовсе не для того, чтобы тратить свою жизнь или даже часть ее на теософские и теологические споры. По их мнению, жизнь дается человеку для того, чтобы он как можно дольше наслаждался едой, вином, сексом, веселился и получал удовольствие. Современный человек надеется, что достижения материальной науки позволят ему жить вечно, Поэтому сейчас развелось так много глупых теорий о том, как продлить жизнь. Но Шриман Бхагаватам утверждает, что цель жизни не сводится к достижению так называемого экономического или научно-технического прогресса ради возможности есть, пить, заниматься сексом и веселиться, как учит философия гедонизма. Единственная цель жизни – тапасия, очищение, которая позволит человеку, когда его жизнь в этом теле подойдет к концу, достичь вечного бытия. Материалисты стараются максимально продлить свою жизнь, потому что не ведают о том, что после смерти их ждет следующая жизнь. Они стремятся окружить себя всеми удобствами в этой жизни, поскольку абсолютно уверены, что жизни после смерти просто не существует. Невежество людей, которые не знают о том, что живое существо, меняющее оболочки в материальном мире, бессмертно, послужило причиной разложения современного человеческого общества. А это, в свою очередь, породило многочисленные проблемы, которые только умножаются по мере осуществления людьми своих планов. Все эти планы, призванные разрешить проблемы общества, только усугубляют положение. Даже если бы люди научились продлевать свою жизнь до ста лет и более само по себе это еще не стало бы гарантией прогресса человеческого общества. В Бхагаватам сказано, что существуют деревья, живущие сотни и тысячи лет. Во Вриндаване, вместе называемом им летала, растет тамариндовое дерево, которое, как говорят, стоит там еще со времен Господа Кришны. В Калькутском ботаническом саду растет баньяновое дерево, которому более 500 лет. И таких деревьев на земле очень много. С вами Шанкарачарья прожил всего 32 года, а Господь Читания 48 лет. Но значит ли это, что долгая жизнь деревьев ценнее жизни Шанкары или Чайтани? Долгая, но бездуховная жизнь лишена всякого смысла. Некоторые могут усомниться в том, что деревья являются живыми существами, поскольку они не дышат. Но Боус и другие современные ученые доказали, что растения одушевлены, следовательно, дыхание не является единственным признаком жизни. В Пхагаватам сказано, что глубокое дыхание кузнечных мехов еще не говорит о том, что они живые. Нельзя сравнивать жизнь человека и дерева, возразит материалист, ведь дерево не может наслаждаться жизнью, вкушая изысканные яства и занимаясь сексом. Бхагаватам отвечает на это возражение вопросом. Разве другие животные, например собаки и свиньи, живущие в одной деревне с людьми, не едят и не наслаждаются сексом? При этом в Шриманбхагаватам употреблено примечательное выражение «другие животные». Оно указывает на то, что люди, занятые исключительно усовершенствованием животной жизни, которая сводится к еде, дыханию и совокуплению, те же животные, только в облике людей. Общество таких рафинированных животных не способно облегчить страдания человечества, поскольку одно животное, не задумываясь, причиняет зло другому, а добро делает только в самых исключительных случаях. Песнь вторая, глава третья, текст девятнадцатый. Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, превозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа Шри Кришны, несущего избавление от всех бед. Комментарий. Если с детства не приучить людей строить свою жизнь на основе высших духовных ценностей, они мало чем будут отличаться от животных. поэтому в данном стихе таких людей сравнивают с собаками, свиньями, верблюдами и ослами В современных университетах человеку, по сути и дела, прививают собачью психологию, подготавливая к служению тем, кто сильнее его. Завершив свое образование, так называемые образованные люди, словно собаки, бродят от двери к двери, выпрашивая хоть какую-нибудь работу. Но чаще всего их гонят прочь, говоря, что вакансий нет. Как собаки, самые презренные из всех животных, верно служат своему хозяину за кусок хлеба, так и человек верно служит хозяину, не получая достаточного вознаграждения. Тех, кто неразборчив в еде и питается чем попало, сравнивают со свиньями. Свиньи предпочитают питаться испражнениями. Таким образом, испражнения – это тоже пища для определенного вида животных. Для некоторых животных и птиц даже камни являются пищей. Но человек не должен есть, что попало. Его пища – злаки, овощи, фрукты, молоко, сахар и так далее. Мясо не предназначено в пищу человеку. Зубы, которыми наделен человек, приспособлены для пережевывания фруктов и овощей. Два клыка, которые тоже есть у людей, это своего рода уступка тем, кто во что бы то ни стало, хочет питаться животной пищей. Всем известно, что пища одного может быть ядом для другого. По сути дела, человек должен питаться остатками пищи, предложенной Господу Шри Кришне, которые принимают только листья, цветы, фрукты и тому подобное. Пхагавадгита 9.26. В ведических писаниях сказано, что Господу нельзя предлагать животную пищу. Следовательно, человек должен питаться только определенными видами продуктов. Не стоит подражать животным и есть что попало, заботясь только о витаминной ценности пищи. Итак, неразборчивого в еде человека в данном стихе сравнивают со свиньей. Верблюду, как известно, доставляет удовольствие есть колючки. Поэтому человека, стремящегося наслаждаться семейной или мирской жизнью со всеми ее удовольствиями, в кавычках, сравнивают с верблюдом. Жизнь материалиста состоит из одних колючек, и чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, нужно жить, руководствуясь только предписаниями вет. За жизнь в материальном мире люди расплачиваются собственной кровью. Самым привлекательным из всех материальных наслаждений является секс. Наслаждаться сексом – то же самое, что пить собственную кровь. Дальнейшее объяснение излишнее. Пережевывая колючие ветки, верблюд тоже пьет собственную кровь. Колючки ранят его язык, и кровь заполняет рот. Вкус колючек, смешанных со свежей кровью, нравится глупому верблюду, и пережевывание колючек доставляет ему извращенное удовольствие. Крупные бизнесмены и промышленники, которые до седьмого пота трудятся, чтобы с помощью разных сомнительных средств заработать деньги, также поедают колючие плоды своих трудов пополам собственной кровью. Поэтому Шримад Бхагаватам сравнивает этих больных людей с верблюдами. Осел даже среди животных славится своей глупостью. Он выбивается из сил, таская тяжести, и ничего не получает за это. Ослов слов чаще всего используют те, кто зарабатывает на жизнь стиркой белья, люди, занимающие не слишком высокое положение в обществе. Кроме того, отличительной чертой осла является его привычка терпеливо сносить удары копыт ослицы. Когда осел домогается какой-нибудь представительнице прекрасного пола, та легает его, но он все равно не отстает от нее в надежде насладиться сексом. Поэтому мужа, находящегося под каблуком у жены, обычно сравнивают со слом. Большая часть людей, особенно в век Кали, трудится не покладая рук. В наше время человек, по сути дела, стал выполнять работу осла, таская тяжести, толкая тхелы и впрягаясь в повозки рикш. Так называемый прогресс человеческой цивилизации вынуждает людей заниматься ослиным трудом. Рабочие огромных фабрик и заводов целый день трудятся в поте лица, а после тяжелого трудового дня этим беднякам приходится сносить пинки представительниц прекрасного пола и не только во время занятий сексом, но и вообще на каждом шагу их семейной жизни. Итак, обыкновенного человека, лишенного духовных знаний, Шриман Бхагаватам причисляет к категории собак, свиней, верблюдов и ослов. И это отнюдь не преувеличение. Вожди таких невежественных людей очень гордятся тем, что ими восхищается такое количество собак и свиней. Но на самом деле в этом нет ничего лестного для них. Бхагаватам открыто провозглашает, что тот, кто не проявляет желания постичь науку о Кришне, будь он даже великий лидер человекоподобных собак и свиней, по сути дела является животным. Он может быть могущественным, сильным или большим животным, но с точки зрения Шримад Бхагаватам, в силу атеистического склада ума, такого лидера нельзя считать человеком. Иначе говоря, подобные собакам и свиньям лидеры-атеисты – всего-навсего более крупные животные, у которых лишь ярче выражены животные качества. Примечание. Смысл человеческого существования – зарабатывать ценности. Его называют артхадом. То, что может принести нечто ценное. Что же является величайшей ценностью жизни? Возвращение домой, обратно к Богу, как о том сказано в Бхагавадгите 8.15. Человек должен понять, что вернуться обратно к Богу в его интересах. Осел не знает, что является благом для него, и потому надрывается ради других. Человека, работающего в поте лица только на других и забывающего о собственных потребностях, которые можно удовлетворить только в человеческой форме жизни, сравнивают со слом. В Брахма Пуране сказано Ашетим Чаторашчаева, Лакшам Стан Джива Джатишу, Бхрамат Кхих Порушайх Прапьям, Манушьям Джанма Паряят, Татапь аб Абхалатам Джатах, Ташам атмапхи Манина, Вараканам Анашритья, Говинда Чарана дваям. Человеческая жизнь столь ценна, что иногда даже полубоги с высших планет добиваются возможности родиться в человеческом теле на этой планете, потому что только в человеческом теле можно без особых усилий вернуться к Богу. Если же, получив такое ценное тело, человек не стремится возродить свои вечные отношения с Говиндой, Господом Кришной, он, несомненно, глупец, забывший о собственных интересах. Этот тип материального тела живое существо получает после долгой эволюции в цикле, состоящем из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Но забывая о собственных интересах, несчастный человек с головой уходит в разнообразную бессмысленную деятельность, стараясь принести пользу другим и возглавив, например, движение за политическое освобождение или социально-экономический прогресс. В политическом движении за освобождение или экономическом прогрессе как таковом нет ничего плохого, но не следует забывать об истинной цели жизни. Любая филантропическая деятельность должна способствовать нашему возвращению к Богу. Того, кто не знает этого, сравнивают со слом, работающим только на других и не имеющим представления ни о собственном благе, ни о благе других людей. Конец примечания. Песнь вторая, глава третья, текст двадцатый. У того, кто не слушал повествования, рассказывающие о доблести и удивительных деяниях личности Бога, и не пел во весь голос возвышенных песен во славу Господа, уши подобны змеиным норам, а язык – языку лягушки. Комментарий. В преданном служении Господу участвуют все части тела. Преданное служение – трансцендентная движущая сила духовной души, Поэтому преданный отдает служению Господу всего себя. Заниматься преданным служением можно только установив отношения с Господом и очистив таким образом чувства, и в служении Ему могут участвовать все чувства. Чувства и их деятельность считаются нечистыми или материальными до тех пор, пока заняты только собственным удовлетворением. Очищенные чувства удовлетворяют не самих себя, они поглощены служением Господу. Господь – это Всевышний, обладающий всеми чувствами и сознанием, и Его слуга, неотъемлемая частица Господа, также обладает всеми чувствами и сознанием. В Бхагавадгите говорится, что служение Господу – это деятельность чувств в их первозданной чистоте. Давая наставления Арджуне, Господь логически обосновывал их, а Арджуна также логически воспринимал его наставление. Таким образом, между учителем и учеником происходил совершенный обмен на логическом уровне, в который были вовлечены все чувства. Процесс духовного познания, вопреки глупым теориям некоторых проповедников-торгашей, не имеет ничего общего с передачей электрического заряда от учителя к ученику. В нем все опирается на логику и разум, а обмен мнениями между учителем и учеником возможен только в том случае, когда ученик слушается смирением и действительно хочет услышать то, что ему говорит учитель. В Чайтане Чаритамрити говорится, что учение Господа Чайтане следует воспринимать разумом и всем сознанием, чтобы человек логически понял, в чем заключается величие миссии Господа. Чувства и сознание неочистившегося живого существа полностью поглощены материальной деятельностью. Если уши не служат Господу, слушая Бхагавадгиту или Шримад Бхагаватам, повествующие о нем, они непременно станут слушать вздор. Поэтому учение Бхагавадгиты и Шримад нужно во весь голос проповедовать по всему миру, чтобы их смог услышать каждый. Таков долг чистого преданного, который услышал это учение из совершенного источника. Люди любят что-нибудь рассказывать друг другу, но поскольку они не научены говорить о ведической мудрости, то болтают всякий вздор. И те, кто слушает их, не получают от этого никакой пользы. Сейчас люди слушают светские новости, которые распространяют по миру сотни тысяч источников информации. Точно так же их нужно научить слушать трансцендентное повествование о Господе, и преданный Господа должен говорить во весь голос, чтобы люди могли услышать Его. Громко квакая, лягушка привлекает к себе питающихся ими змей. Язык дан человеку специально для того, чтобы петь ведические гимны, а не для того, чтобы квакать подобно лягушке. Следует также обратить внимание на употребленное в этом стихе слово «асати». Так называют женщину, ставшую проституткой. Проститутка не может похвастаться женскими добродетелями. Аналогично этому, язык, который дан человеку для пения ведических гимнов, но вместо этого повторяет мирскую чепуху, становится похожим на проститутку. Песнь 2, глава 3, текст 21. Верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед Личностью Бога, дарующего мукте, свободу. А руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением Личности Бога Хари, подобны рукам покойника. Комментарий. Как уже говорилось, существует три типа преданных Господа. Преданный первого класса видит во всех людях слуг Господа, а преданный второго класса различает преданных и непреданных. Поэтому преданным второго класса надлежит проповедовать. Как было сказано в предыдущем стихе, они должны во весь голос проповедовать славу Господа. Преданный второго класса принимает учеников из числа преданных третьего класса и непреданных. Иногда в целях проповеди преданный первого класса спускается на уровень преданного второго класса. Однако обыкновенному человеку, который должен стать как минимум преданным третьего класса, в данном стихе советуют посещать храм Господа и склоняться перед божеством, даже если это очень богатый человек или царь с шелковым тюрьбаном или короной на голове. Господь для всех остается Господом, в том числе и для великих царей и императоров. Поэтому люди, которых в миру считают богатыми, должны взять за правило регулярно посещать храм Господа Шри Кришны и склоняться перед божеством. Ни в коем случае нельзя считать, что божество Господа в храме сделано из камня или дерева, потому что своим благородным присутствием в образе арча-аватары, божества в храме, Господь оказывает великую милость падшим душам. Как уже говорилось, осознать присутствие Господа в храме можно в процессе слушания. Поэтому первый из процессов повседневной деятельности в преданном служении – слушание – является главным элементом духовной практики. Слушать такие авторитетные источники, как Пхагавадгита и Шримад Бхагаватам, должны преданные всех классов. Обыкновенному человеку, который, гордясь своим материальным положением, не склоняется перед божеством в храме или, не имея понятия о духовной науке, отрицает необходимость такого поклонения, нужно понять, что его так называемая корона или тюрьбан только помогут ему быстрее утонуть в океане материального существования. Человек с тяжелым грузом на голове пойдет ко дну раньше, чем тот, кто ничем не обременен. Самодовольные глупцы отрицают науку о Боге и заявляют, что могут вполне обойтись и без него. Однако, оказавшись в тисках его законов и заболев чем-нибудь вроде тромбоза головного мозга, атеист тонет в океане невидения под грузом своей материальной собственности когда люди не обладают сознанием Бога, прогресс материальной науки становится тяжелым бременем на голове человечества, которому необходимо со всей серьезностью отнестись к этому грозному предостережению. Если у обыкновенного человека нет времени поклоняться Богу, то пусть он хотя бы на несколько секунд займет свои руки мытьем или подметанием полов в храме Господа. Могущественный царь Арисая Махараджа Пратопарудра был все время занят важными государственными делами, но несмотря на это, взял за правило один раз в год во время фестиваля, посвященного Господу, подметать храм Господа Джаганатхи в Пури. Смысл этого примера в том, что каким бы влиянием ни пользовался человек в обществе, он должен признать верховную власть Всевышнего. Сознание Бога поможет ему достичь в том числе и материального благополучия. То, что Махараджа Протопорудра считал себя слугой Господа Джаганатхи, позволило ему стать таким могущественным царем, что во времена его правления даже воинственный патан, признавая его власть, не осмеливался вторгаться в Арису. В конце концов, Махараджа Пратопарудри явил свою милость Господь Шричатания, опять же потому, что он считал себя слугой Господа Вселенной. Следовательно, даже жена богача, чьи руки украшены сверкающими золотыми браслетами, тоже должна служить Господу. Песнь 2, глава 3, текст 22. Глаза, невзирающие на символические проявления личности Бога Вишну, его образы, имя, качество и так далее, подобны глазкам на хвосте павлина. А ноги, не несущие человека в святые места, где жива память о Господе, стволам деревьев. Комментарий. Поклоняться божествам рекомендует в первую очередь преданным домохозяевам. Каждый домохозяин, которому позволяют условия, должен под руководством духовного учителя установить дома Мурти Вишну, в особенности божества Радхи Кришны, Лакшми Нарайны и Ситы Рамы или другие формы Господа – Нарасимху, Вараху, Гауранитай, Матью, Курму, Шалаграма Шилу, а также Тривикраму, Кешеву, Ачюту, Васудеву, Нарайну и Дамадару. Как рекомендуют Вайшнава Тантра и Пураны, и вся его семья должна поклоняться божествам, строго следуя правилам и предписаниям Арчана Витхи. Каждому члену семьи по достижении 12 лет следует получить инициацию у истинного духовного учителя. И ежедневно с 4 утра и до 10 вечера семья должна служить Господу, совершая мангала Аратрику, Ниранджану, Арчану, Пуджу, Киртан, Шрингару, бхога Вайкале, санхья Аратрику, Патху, Бхогу вечером, Шаяна Аратрику и так далее. Поклонение божеству под руководством истинного духовного учителя поможет домохозяевам очистить свою жизнь и быстро усвоить законы духовной науки. Преданному неофиту мало иметь одни теоретические знания. Знание, подчеркнутое из книг, — это теория, а процесс арчины — практика. Духовные знания необходимо углублять, сочетая теорию с практикой, что поможет человеку достичь духовного совершенства. Обучение неофита преданному служению полностью зависит от опытного духовного учителя, который знает, как направить ученика, чтобы он постепенно продвигался по пути домой обратно к Богу. Не следует считать, что духовный учитель – это профессия, которая может обеспечить безбедное существование, и ради этого становиться так называемым гуру. Духовный учитель должен обладать достаточным опытом и знаниями, чтобы суметь вырвать ученика из когтей грозящей ему смерти. Шрила Лавишванатха Чакраварти Такор описал качество истинного духовного учителя в стихах, один из которых гласит Шри Виграхаратхана Нитянана, Шрингарата Мандира Марджандау, Юктасьябхактам Шчани Юнджатопи, Вандайгурох Шри Чарана Равиндам Шри Виграха – это арча, образ Господа, принимающий поклонение, и обязанность ученика каждый день поклоняться Божеству, совершать шрингару, украшать и одевать его, и проводить мандира марджану, уборку в храме. Духовный учитель настолько милостив, что сам обучает ученика всему этому, помогая ему постепенно осознать трансцендентное имя Господа, его качество, форму и так далее. Спасти обыкновенного человека от адских соблазнов кинематографа и непристойных шлягеров, транслируемых по радио, можно только направив его внимание на служение Господу, особенно на украшение и уборку храма, мелодичные киртаны и чтение духовных писаний. Тот, кто не в состоянии превратить в храм собственный дом, может посещать храм, где регулярно проводятся все перечисленные выше церемонии. Приходя в домашний храм преданного, взирая на богато украшенные и облаченные в прекрасные одежды божества, человек с мерзким складом ума под воздействием освещенной атмосферы храма получает импульс к духовной деятельности. Люди обязательно должны посещать святые места, подобные Вриндавану, где особенно заботятся о поддержании храмов и поклонении божествам. В былые времена все богатые люди, цари и преуспевающие купцы, сооружали храмы под руководством опытных преданных Господа, в частности шести Госвами. И простые люди обязаны посещать эти храмы и принимать участие в праздниках, проводимых в местах паломничества, следуя по стопам великих преданных Анувранджа. Святые места и храмы нельзя ходить как на экскурсию. Эти храмы и священные места, ставшие бессмертными благодаря трансцендентным играм Господа, нужно посещать под руководством человека, который постиг духовную науку. Это называется Ану Враджа. Ану значит следовать. Поэтому самое лучшее – следовать указаниям истинного духовного учителя даже в том, что касается посещения храмов или мест паломничества. Тот, кто не посещает такие места, ничем не отличается от дерева, которое Господь обрек на неподвижность. Присущая человеку склонность к путешествиям используется не по назначению, если он путешествует только ради того, чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Лучше всего использовать эту склонность для того, чтобы совершать паломничество по святым местам и храмам, заложенным великими очарьями. Тогда человека не сможет сбить с толку атеистическая пропаганда толстосумов, не имеющих ни малейшего представления о духовных ценностях. Песня 2, глава 3, текст 23. Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, все равно, что мертвец. И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев толосе с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то, что дышит. Комментарий. По словам Шрила Вишванадхи Чикраварти Такура, мертвец, который дышит, это привидение. Когда человек умирает, его называют мертвецом, однако когда он вновь является в тонком теле, невидимым для глаз, но тем не менее способным действовать, такого мертвеца называют привидением. Постоянно пугая людей, привидения доставляют им много неприятностей. Непреданные, которые не оказывают почтения чистым преданным и божествам Вишну в храмах, подобны привидениям, и так же, как они, пользуются любой возможностью, чтобы причинить преданным неприятности или поставить их в опасное положение. Господь никогда ничего не принимает из рук этих призраков. Как гласит известная пословица, нужно сначала полюбить собаку любимого, а потом только признаваться в любви ему самому. Уровня чистого преданного служения можно достичь искренне, служа чистому преданному Господу. Поэтому, чтобы начать преданное служение Господу, необходимо прежде всего стать слугой чистого преданного. Именно это имеют в виду, говоря о пыли слотосных стоп чистого преданного, который служил другому чистому преданному. Так образуется цепь чистой ученической преемственности, парампара, в преданном служении. Когда Махараджа Рахугана спросил великого святого Джадобхарату, как тот достиг уровня освобожденного Парамахамсы, он получил следующий ответ. Бхагаватам 5.12.12. Рахугана этот тапаса наяти, на чаджьяя нирвапанат грихадва, на найва джалагни сурьяир, Вина Махатпада Раджо Пхишекам. о У царь Рахугана лишь тот способен постичь абсолютную истину, кому выпала удача осыпать свое тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к абсолютной истине, недостаточно хранить обед безбрачия брахмачарью, добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать ванапрастхой, принять саньясу или же предаваться суровой аскезе. Например, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров. Есть еще много методов, с помощью которых люди пытаются постичь абсолютную истину. Однако абсолютная истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного. Иначе говоря, Господь Шри Кришна является собственностью своих чистых, бескорыстных преданных поэтому только преданные могут дать Кришну другим преданным. К Кришне невозможно приблизиться, обращаясь к Нему напрямую. Поэтому Господь Чайтани говорил, что Он гопи пхартух пада камалайор даса даса анудасах. То есть самый покорный слуга слуг Господа, заботящегося о девушках Гопи Вриндавана. Поэтому чистый преданный никогда не обращается непосредственно к Господу а старается удовлетворить слугу слуг Господа. Так он удовлетворяет самого Господа и получает возможность наслаждаться ароматом листьев в тулусе, приставших к его лотосным стопам. В Брахма Самхите говорится, что Господа невозможно обрести, став великим знатоком ведических писаний, но к нему очень легко приблизиться через его чистого преданного. Во Вриндаване все чистые преданные в своих молитвах вызывают к милости Шримати Радхарани, энергии наслаждения Господа Кришны. Она – милосердное женское начало Верховного Целого, совершенное воплощение качеств, присущих женской природе. Поэтому искреннему преданному нетрудно заслужить милость Радхарани. А когда она представляет такого преданного Господу Кришне, он немедленно принимает его в свое окружение. Поэтому милости преданного Господа нужно добиваться с большей настойчивостью, нежели милости самого Господа. И если человек поступает так, по благословению преданного в нем проснется естественное стремление служить Господу. Песня 2, глава 3, текст 24. Если сосредоточенно, повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит его сердце заковано в железо. Комментарий. Необходимо отметить, что в первых трех главах второй песни был описан постепенный процесс эволюции преданного служения. В первой главе особое внимание было уделено слушанию и повторению процессом, с которых начинается преданное служение в сознании Бога. Кроме того, там была описана вселенская форма личности Бога, его материальное воплощение, на которое рекомендует медитировать начинающим. Эти представления о Боге в форме грубых материальных проявлений его энергии дают человеку возможность одухотворить свой ум и чувства и постепенно сосредоточить ум на Господе и Вишну, Всевышнем, который в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа и в каждом атоме материальной вселенной. Система Панча Упасаны, проводящая человека через пять психологических состояний, преследует по сути дела ту же цель постепенно приучить человека поклоняться высшей силе, которая предстает перед ним в форме огня, электричества, солнца, совокупности всех живых существ, Господа Шивы и, наконец, безличной сверхдуши частичного проявления Господа Вишну. Все это описано во второй главе. Третья глава адресована тем, кто уже достиг стадии поклонения Вишну, то есть чистого преданного служения. В ней рассказывается о дальнейшем прогрессе на этой стадии, а данный стих описывает этап зрелости в поклонении вишну и перемены, которые на этом этапе происходят в сердце человека. Весь процесс духовной практики направлен на то, чтобы изменить сердце живого существа, восстановив его вечное отношение с Верховным Господом, отношение слуги и господина. Итак, по мере эволюции преданного служения сердце человека меняется. Постепенно он перестает испытывать удовольствие от иллюзорного господства над миром, и в нем все больше усиливается стремление с любовью служить Господу. Здесь описано воздействие, которое вид хипхахте, то есть регулируемое преданное служение с участием всех органов тела ⁇ глаз, ушей, носа, рук и ног, как сказано выше, оказывает на ум, который побуждает эти органы к действию. У того, кто занимается регулируемым преданным служением, обязательно должна произойти перемена в сердце. Если этого не происходит, значит сердце человека заковано в железо, поскольку оно не размягчается даже от повторения святого имени Господа. Необходимо постоянно помнить, что слушание и повторение святого имени являются основными принципами преданного служения. И если преданный делает это как следует, он непременно достигает экстаза. На глазах у него выступают слезы, а волосы на теле встают дыбом. Это естественные реакции, являющиеся первым признаком стадии Пхавы, которая предшествует премии, стадии совершенной любви к Богу. Однако, если у того, кто продолжительное время слушает и повторяет Святое имя Господа, не возникает подобной реакции, виной тому могут быть только оскорбления. Так гласит Сандарбха. Тот, кто, начав повторять святое имя, не старается избегать десяти видов оскорблений стоп святого имени, не может рассчитывать на то, что ощутит разлуку с Господом, когда на глазах выступают слезы и волосы на теле встают дыбом. Стадию Пхавы характеризует восемь трансцендентных признаков. Оцепенение, испарина, мурашки на теле, дрожание голоса, трепет тела, бледность, слезы и, наконец, транс. Эти и другие проявления трансцендентного состояния, как устойчивые, так и усиливающиеся, подробно описаны в «Нектаре преданности» изложении Бхактира Самрита Синдху Шрила Рупагасвами. Шрила Вишванатха Чакраварти Такор подверг подобные проявления Пхавы критическому разбору в связи с попытками некоторых беспринципных преданных неофитов, стремящихся заслужить дешевое признание, имитировать перечисленные выше признаки. Их сурово осуждал не только он, но и Шрила Рупагасвами. Иногда преданные материалисты, Пракрита сахаджи, имитируют все восемь упомянутых выше признаков – но обман сразу же раскрывается, когда выясняется, что такой псевдопреданный питает пристрастие ко многим запретным вещам. Человек, приверженный к курению, пьянству и недозвольному сексу, даже украсив свое тело знаками преданного, не может испытать экстаза, сопровождающегося упомянутыми признаками. Но бывает и так, что люди умышленно симулируют эти признаки. Вот почему Шрила Вишванатха Чакраварти говорит, что у таких имитаторов каменное сердце. Иногда на них падают отблески трансцендентных признаков экстаза. Но если, несмотря на это, они не отказываются от дурных привычек, то теряют всякую надежду осознать трансцендентное. Встретив на берегу Гадавари Шрилу Рамананду Дурая из Каваура, Господь Читания обнаружил все названные выше признаки, но подавил их, поскольку рая сопровождала его свита, состоящая из брахманов непреданных. Таким образом, при определенных обстоятельствах даже у преданного первого класса нельзя увидеть подобных признаков. Поэтому истинная устойчивая бхава по-настоящему проявляется в том, что у человека пропадают материальные желания, к в том, что каждое мгновение своей жизни он использует для трансцендентного любовного служения Господу, а в Калатвам. В его жажде постоянно прославлять Господа «Нама Садаручи, стремление жить в местах, где проходили игры Господа, прийти из Татвасати равнодушие к материальному счастью в и полном отсутствии гордыни Мана Шунята. Тот, кто развил в себе все эти трансцендентные качества, действительно находится на стадии бхавы, в отличие от имитатора с каменным сердцем или преданного материалиста. Итак, весь процесс сводится к следующему. Продвинутый преданный, повторяющий святое имя без оскорблений и ко всем относящийся доброжелательно, способен ощутить подлинное трансцендентное блаженство, прославляя Господа. В результате этого, как уже говорилось, человек избавляется от всех материальных желаний и тому подобного. Однако неофиты, находясь на низшей ступени преданного служения, не могут избавиться от зависти, которая настолько поглощает их, что они не следуют очарьям, а вместо этого выдумывают собственные правила и методы преданного служения. Поэтому они, хотя и делают вид, что постоянно повторяют святое имя Господа, на самом деле не способны насладиться его трансцендентным вкусом. Ачари сурово осуждают такие показные слезы, дрожь, испарину, потери сознания и так далее. Однако, начав общаться с чистым преданным Господа, неофиты могут избавиться от своих дурных привычек. В противном случае их сердца так и останутся каменными, и им уже ничто не поможет. Пройти до конца весь путь домой и обратно к Богу может только тот, кто следует указаниям богооткровенных писаний, полученных от осознавшего себя преданного. Песнь 2, глава 3, текст 25. О Сута Госвами! Твои слова умиротворяют наши умы. Поэтому поведай нам, пожалуйста, что ответил на вопросы Махараджи Парикшита великий преданный Шукадева Госвами, непревзойденный знаток трансцендентной науки. Комментарий Знание, изложенное великим Ачарьем Шукадева Госвами и переданное идущими за ним ачарьями Сутой Госвами и другими, обладает огромной духовной силой. И потому способна проникнуть в самое сердце человека и принести пользу всем, кто смиренно изучает его. Так заканчивается комментарий Пхактивиданты к третьей главе второй песни Шриман Бхагаватам, которая называется «Чистое преданное служение. Перемена в сердце».